Здесь прям вот, вот так вот поднимается и пройти здесь уже потому нельзя. Потому что все с леса, вся вот это вот, все то, что после все зимы снег, она все тает и сюда идет. В рамках президентской программы за прошедшие несколько лет порядка 400 многодетных семей получили земельные участки в деревнях Большие Петрищи и Новопареево во Фрянове. Первый заместитель главы Наталья Тамбова провела рабочую встречу с представителями инициативных групп, чтобы наметить планы по дальнейшему развитию территории. Мы понимаем, что это там 400 с лишним семей, многодетных семей. Обращаю внимание, что это не просто участки, которые мы выделяем там, под строительство СНТ или ИЖС. Это именно те, кто наиболее остро нуждаются. Главные проблемы жителей – отсутствие подъездных дорог к участкам и необходимых коммуникаций. Так поднимались вопросы о газификации участков, проведении водопровода или организации общего колодца и ликвидации подтопления на некоторых территориях. Кроме этого, обсуждалось и возможность уборки борщевика Сосновского, который в большом количестве растет на участках. Замглавы пообещал, что поможет нам в ближайшее время с освещением, сделает хотя бы точечно, чтобы люди в темноте не ходили. И также подъездные дороги обещали начать делать, до конца этого сезона сделать. Борщевик, вот сейчас Дмитрий Людович созвонится, и нам приедут, его покосят. Все проблемные вопросы будут рассмотрены в администрации городского округа Щелково профильными специалистами и занесены в план работ на следующий год. Для нас основная задача сейчас – это сформировать подъездные пути, хотя бы один нормальный подъездной путь. Ну что значит нормальный? То есть бой и щебенкой отсыпать и провести освещение основной улицы, по которой проходит движение. Екатерина Сусенко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».